Всех приветствуем на своем канале. Сегодня мы будем с вами делать картошку под шубой, можно так назвать. Для этого нам понадобится картошка. Я ее отварила, очистила, потому что едят дети. Очистила и сделала вот такие донышки. Потом нам понадобится сыр. У меня домашний сыр. Далее нам понадобятся любые приправы. Черный перец, там, например, итальянские травы, укроп свежий и капелька майонеза, 2-3 зубчика чеснока. Все смешиваем и выложим сюда на картошку. Вот мы добавили домашний майонез. И вот такая у нас каша получилась. Сюда я добавила, обратно же повторюсь, сыр домашний, майонез домашний, перец черный, чеснок, свежий чеснок. И вот мешаем и выложим на картошечку. Итак, положила я на противень, застелила, во-первых, противень. Я фольгой застелила, можно пергаментной бумагой. Налила масло растительного, чуть-чуть смазала, получается. И выложила на картошку нашу смесь сырную. Так, и ставим это все в духовку при 200-210 градусов на 15-20 минут. Все зависит от сыра, от плавления сыра. Ну что, смотрим, что у нас получается. Вот такое у нас получается. Приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки.